принципе, возьму просто рис как гарнир. Давай большая порция. Маленькую давай, да. Друзья, привет. Рис японский круглый, который вот. Да, круглый рис. Круглый. Или ты хочешь басмати рис? Не надо басмати. Круглый. Или ты хочешь с маслом вот там что-то? Или просто рис? Не, просто рис круглый, да. Сегодня дождь, друзья. Там где-то внизу бегут люди с зонтиками. So for me a lunch menu: chicken curry in Vietnam and Thai tea, and also can I have fish tikka 6 pieces and the rice. Каждая выемка, каждый уголок радует зеленью. Моросит дождь. Друзья, мы в Токио. Это хлебушек такой тандырный. А, это мое. Приехала рыбка. Друзья, это индийская кухня. Мы приехали специально в Токио, чтобы покушать индийскую кухню. И рисик. Купили уже сразу. Ну, купили все, чтобы потом не бегать. Положим блокер, чтобы не таскаться с этим. На станциях вот так тумагава. Здесь много-много разных соблазнов. Очень много, очень. После бурного шопинга мы возвращаемся домой, друзья. Друзья, итак, мы идем домой. Вы даже не представляете, что мы теперь не жители Токио, а мы теперь жители Кавасаки. Префектура Канагава, город Кавасаки. И мы жители не центра, а замечательного пригорода Кавасаки, его старого района. Здравствуй, дом, милый дом. Это наш маленький садик. Вот такой замечательный. Друзья, потом мы расскажем, что за город удивительный. Кавасаки.